Всем здорово, народ! Наконец-то я нашел, как придраться к этому Герману Паркеру, к этому гандону, который разводит людей, который вот взял и замазал просто счет. Мало того, что стрелка размытая, она еще и не по центру. Так счет этот взял он и замазал, и написал себе 70 тысяч долларов. Смотрите, я взял, сделал принтскрин, скопировал его в Paint, и вот смотрите. Смотрите, вот какая вот рамка здесь, вот. Если вам не видно, сейчас я сделаю по-другому. Коррекция. Так, кривые. Смотрите. Вот так вот. Ну, я думаю, видно вот вам в эту вот рамочку, да? Так, давайте, окей. Вот так вот взял, короче. Взял, вырезал какую-то херню на 69 тысяч долларов, взял ее вот и замазал, и выставил вам счет. Вот так вот разводит, блядь. Многие, блядь, люди, нахера вообще такое делать? Многие люди за жизнь таких бабок не зарабатывают. Многие люди вон ебашат, что зарабатывают 6 тысяч рублей в месяц, блин. А ты, гандон, берешь и ставишь вот 70 тысяч баксов. Я не понимаю, в чем вообще резон вот такой вот херни. Сука, мне кажется, он связан с IQ-Option, и таких людей вот нужно банить. Таких людей нужно банить, потому что он торгует не своими средствами, и это, блядь, развод галимый. Меня вон на IQ-Option забанили. За что меня забанили? Потому что меня забанили за то, что я торговал на счету подписчика. Мне мой подписчик скинул счет, я начал на нем торговать, и его забанили. Мол, у меня много аккаунтов. Забанили тот аккаунт. Хорошо, что там было 20 долларов, я подписчику вернул эти деньги. И вот, за такую херню они банят. А вот за такую тему, которую, блин, просто так вот говорю, сука, все сильно на эмоциях. Вот, видите, берет и замазывает счет. Если бы это был какой-то барыжный канал, так этот канал, он же себя позиционирует как нормальный канал, там всю инфу, там набирает людей в команду, делает робота. Да этот человек от IQ Option, блин. Суть видео в том, что вот так вот он берет, сука, замазывает счет и разводит своих подписчиков. Наконец-то я нашел, к чему сильный аргумент, к чему можно придраться. Вот так вот, сука, всех буду выводить таких вот пидоров нахуй на чистую воду. Извините, короче, за маты, вот сильно все на эмоциях. С вами был Рэпер Трейдер, сделал разоблачение на IQ Option Live. Всем пока.